Сегодня Байкалу уже ничего не угрожает. Если брать Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, до 31 января 2022 года утвердить технологию утилизации, приступить к ликвидации отходов, еще раз говорю, никаких рубок не будет. Если идет модернизация строительства, это никак не коснется экологии в первую очередь и озера Байкала во вторую очередь. Показали хорошую и оперативную работу в пресечении незаконных рубок леса. Ущерб в этом году снижен на 42%. Выросла оперативность реагирования на лесные пожары. Моя задача сегодня сделать так, чтобы задымленность населенных пунктов, даже от лесных пожаров, никак не касалась жителей. Про усолье Химпром. Серьезная загрязненная территория. 1 сентября 2021 года цех будет полностью демонтирован и площадка вся рекультивирована.